гастрономические фестивали серьезные, с претензией, в том числе на высокую кухню, с целью развития гастрономического туризма, либо вообще культуры гастрономической, уж тем более популяризации бизнеса, и уж тем более помощи бизнесу, их не было. Последний такой интегрированный проект, который мы организовали совместно с правительством, он называется очень просто «Амурфест». Он сезонный, мы успели провести его весной. Все прекрасно понимают, что это в хорошем смысле выжимка из прошлого проекта под названием «Нашивка-27». Нет смысла обсуждать сами продукты, которые были на подпродуктах, которые были мероприятия, в том числе такие интегрированные, как «Кухня без границ», либо все остальные мероприятия. Для меня это отдельная история, связанная с межнациональными отношениями. Сейчас Ассамблея народов тоже ведется разговор именно про качество, про то, чтобы мы интегрировались именно национальный проект. Дальше. Есть региональный проект. Это серьезный документ, который создавался коллегами